Всем привет! Сегодня я хочу сделать мороженое. Для его приготовления нам понадобится всего два продукта. Это сливки 33% и сгущенное молоко. Сливок нам нужно пол-литра и одна банка сгущенного молока. Взбиваем сливки до пышной массы. Затем добавляем банку молока. Размешиваем. И убираем в холодильник на 5 часов. Мороженое будет готово. Приступим. Наши сливки взбились. Теперь добавим молоко. Теперь нужно перемешать сгущенное молоко со сливками. Ну, все. Теперь разложим по заготовленной посуде и уберем в морозилку. Так, у меня есть ведерочко. Вот такое мороженое. Можно, наверное, сделать и добавить какао или, может быть, шоколад натереть. Можно добавить, наверное, ягоду туда, перемешать. Если есть формочки для мороженого, можно формочковые сделать. Но у меня нету. Будем делать в большой посуде. Теперь уберем все это в морозилку. Всем привет! Наступило следующее утро. И я достаю мороженое. Вот.
то ведерочко вчерашнее, когда я заливала мороженое. Это оно застыло. Вкусное мороженое, мягкое. Такое в магазине продается, весовое там. На нем мишка еще нарисован. Называется русское мороженое, что ли. По вкусу такое же. Да, наверное, можно будет еще ванилин, может быть, добавить. Первая моя клубничка с нашего огородика. Вкуснятина. Вот такое мороженое. Всего лишь два продукта. Сливки и молоко сгущенное. Я вот вчера вечером 5 минут затратила. Поставила в морозилку. И с утра мороженое готово. Попробуйте сделать. Полакомитесь. Всем пока.